Далее к другим темам. Компанию «Фонет» вместе с жителями частного сектора продолжает строить горки. В этот раз мама и папа Михайловки Грин собрались вместе и устроили для детей настоящее новогоднее чудо своими руками. За созданием снежной сказки наблюдала наша съемочная группа. Мы строим горку для наших детей, да. Все вышли, я вышел. Попробовали в том году, построили у себя на участке горку. Сейчас навыки применяем. Уже по традиции жителям помогают сотрудники компании «Фонет». В этот раз так называемых оранжевых человечков стало больше, а масштабы горки стали гораздо внушительнее. Я в первый раз строю горку, мы приехали в Михайловку Грин, и люди нам помогают, это очень круто, и все замечательно. У нас такая большая горка получается. На самом деле мы сперва начали там строить, и получалось какое-то недоразумение. А сейчас уже все друг друга поняли, и вот что у нас уже выходит. А территория маленькая, и проект решили сделать немножко хитрый, с изгибами горочку. И жители не верили, что мы сможем это сделать, и мы сделали. Горку я строю, не знаю, раз второй, третий, наверное. Вышли в свой выходной поработать. Отдохнуть. Для детей стараемся. На самом деле я устал, мы несколько часов уже строим. Но оно того стоит, мне кажется. А когда будут кататься дети, вот на это уже хочется посмотреть. Микрорайон Михайловка-Грин еще не полностью заселен, но уже сейчас жители начинают развивать свои традиции. Построить горку всем вместе оказалось хорошим поводом для знакомства. Такие высокие дома в городе, никто никого не знает. А здесь как-то люди вместе собираются, общаются. То есть это в первую очередь общение людей. Вот сейчас только стою и разговариваю с соседкой. Полгода их знаем, а вот как дочек зовут, все путаем. Как старшую, как младшую, теперь знаем. Мы-то живем уже давно и все равно мало кого знаем. Все подъезжают, а с работы не успеваем знакомиться. Это как раз уже сдружимся и на Новый год уже будем здороваться со всеми, знать, кто есть кто. Очень даже приятно будет.